Доброго ранку усім. Раді, що ви все ж таки ще з нами. Вітаємо вас у нашій ранковій бадьорій студії. І сьогодні до нас у гості завітала Світлана Вольнова, світська левиця. Сьогодні ми будемо говорити про цікаві теми – сексуальність у 35. О, мама мія. Доброго ранку. Здравствуйте. На самом деле, я не знаю, чем сексуальность 35 отличается от сексуальности 25. Или, например, 45. Просто в 25 хочется, наверное, больше. Ну, если это говорим про мужчин, 25 хочется больше, да? Чем 35. Я дозволю собі зараз втратити просто... Мову. Абсолютно всі думки. Ну, у мене зараз концентрація краси в студії зашкалює, я... Давайте ми дипломатично. Тоді а от у женщин как раз таки сексуальность идет после 30, потому что после 35 женщина вообще великолепна. Она знает, что, как, она уже понимает, какое у нее тело. Где-то к 40 она начинает комплексовать. Ну, мы как бы сейчас говорим по 35 и про 40, и, наверное, в общем, про многие возрасты, возраста, при котором тебе хочется быть желанной. Мені здається, ми сьогодні зачепимо усі взагалі вікові абсолютно, і межі, аспекти, да, щоб просто наші глядачки знали, як зберегти ось цю свою таку особливість і сексуальність. Ви знаєте, я подивилася ваш інстаграм. По-перше, він дуже яскравий. Благодарю вас. А по-друге, там є такі цікаві моменти, де ви радите, які саме овочі та фрукти допомагають зберегти нам нашу молодість. Да. Я це побачила, але так само хочу, щоб наші глядачки також знали. Чи могли ви поділитися на всю Україну своїм секретом? Да, з удовольствием. Це не мій секрет, це взагалі общеізвісні факти. Просто ми привикли їсти все самое плохое, да, вам хочется жареной картошечки, салатик оливье или еще чего-то, да. А на самом деле для того, чтобы тело наше было здоровым и красивым, худым, сексуальным и таким вот прямо бесцеллюлитным, нам нужно есть грамотно. Морковка. Совершенно фантастический антиоксидант. Но морковку нельзя грызть просто так. Ее нужно есть обязательно с оливковым маслом или с кунжутным. Только тогда это как бы помидоры. Супер невероятный тоже антиоксидант. Почему мы его, там, красные овощи, да? Потом, вы знаете, я была поражена, один из продуктов красоты – это хамон. Ух ти. Оу, неочікувано. Звучить не дуже, але... Звучить таки смачно. Я тобі як чоловік скажу. Я була просто поражена. Тому хамон, я розумію, там лосось, да? Угу. Лосось, понятно, там омега-6. Я помню, когда-то була на одной, в Лондоні була на одной дієті, надо було 6 дней їсти тільки лосось. Яка класна дія. Да. Да, ви знаєте, це вам так кажеться. Уже на четвертий день ти этот лосось уже не очень сильно любиш. Лосось разный. Лосось, это как раз таки он подтягивал лицо, и вот эти омега-6, омега-3, они были, лицо было очень увлажнено. Просто на лососе. Так вот, хамон, он, оказывается, не дает мышцам стареть. То есть это с возраста мышцы начинают обвисать, если ими серьезно не заниматься. А хамон как раз-таки вот эти мышечную ткань поддерживает. Поэтому это является тоже один из продуктов молодости. Ну, конечно же, орехи. Конечно же, такие как ревень, такие как сельдерей, петрушка. Петрушка – фантастическая трава, которую нужно просто в себя запихивать, но предварительно поняв, что если она нитратная, ее нужно час где-то там вымочить в воде. Я могу сказать, вот я не ела 4 дня, Четыре дня я голодала, я настолько счастлива, я потом попробовала, что мы едим. Угу. Так. Поняла, что есть мне это не нравится, все очень соленое. Ага. Вот, и поела, отвела душу, и вот сейчас снова не хочу есть, потому что наше питание, люди делают себе там уколы ботоксом, массажи, все остальное, это ерунда. Все, что ты ешь, это является и твоими мыслями, и твоим телом. Так, я от хочу до вас все ж таки доєднатися, я зібрав. Про секс. Молодець. Про секс ми сьогодні обов'язково поговоримо, а про це пізніше. Хочеться дізнатися, от на твою думку. Зараз, секунду. Максим, тримайся, будь ласка. Це нормально. Я ще не включала свій взгляд. Я знову в тонусі. Ми зараз говорили про дієти, що потрібно вживати. Є у мене така думка, і у багатьох чоловіків, що жіноча сексуальність – це не тільки те, що вона їсть, але й те, про що вона думає. Звісно. І от хотілося б дізнатися твою думку з приводу цього. Про що жінка повинна думати, як себе сприймати, аби бути сексуальною, не зважаючи на те, скільки тобі за паспортом років? За паспортом років це було лишнє. Знаєте, на самом деле, в любой, даже самой красивой женщине огромное количество больших комплексов.
чем женщина красивее, тем больше у нее комплексов. А почему так? А потому что ее постоянно критикуют. Потому что красота, она уже дает кому-то неудобство. Кто-то имеет какое-то превосходство над другими. Поэтому этого человека стараются критикнуть, хайпануть или еще что-то. А красивые люди, они, как правило, достаточно закомплексованные. Потому что человек становится, хочет быть лучше и лучше и лучше, чтобы его любили. Экстравагантнее в какой-то степени, да, там. А тот, кто в себе уверен, он принимает себя таким, живет и счастлив. А вот красиво ему нужно... Ты понимаешь, о чем я говорю? Я вас разумею. Это самоеды. Так, мы любим себя погрызти. Погрызти. Поэтому грызть себя нельзя. А нужно принимать. Первое, что должна научиться женщина, вот насколько я вот взрослая уже такая, это расслабляться. Вот когда женщина уже напряжена... Все, вот стресса. Напряженная женщина, она смотрит на мужчину и говорит, ой, что-то ты сегодня не так выглядишь, что-то ты не то сделал. Расслабленная женщина, которая знает, что нужно наслаждаться сегодняшним моментом, что она прекрасная, что она замечательная. Я просто иногда вот так чувствую, что меня как-то вот кто-то выбивает. И я так включаю в себе какую-то аффирмацию. Я прекрасная, я восхитительная, я единственная. Я самая просто фантастическая женщина на Земле. Все мужчины от меня без ума. Дыр-дыр-дыр и так раз. Смотрю, взгляд уже меняется. Mm-hmm. Твои мысли, конечно же. Но это должно быть какой-то кайф, удовольствие от себя. Доставить себе удовольствие. Ну ладно, съешь себе шоколадку. Кстати, шоколад черный, в котором 7, не менее 78% какао, тоже является антиоксидантом, который нас омолаживает и делает счастливее. Классно. Да, но... Я просто не знала. Да, так что... Угу. И что самое интересное, еще красное вино. Ну, ведрами его пить нельзя. Але сьогодні п'ятниця, тому можна поєднати шоколад з вином, я думаю, так, правильно? І з хамоном. І з хамоном. Ну, хамон то тобі. Хамон для мужчин, да. Вот, поэтому, конечно же, мысли определяют вообще все. Любой, ну, смотрите, даже если мужчина берется за бизнес, если человек уверен, что у него все пойдет, вы знаете, если ты уверен, что ты крут, у тебя все будет. Почему огромное количество умных, талантливых сидят себе без денег, без работы, а какие-то выскочки владеют миром? Потому что они уверены в себе. Я иду, я делаю, я хочу. Все. Человек получает то, что он хочет. Абсолютная уверенность в себе. Ну от ви така впевнена. А чи могли б ви поділитися? Я впевнена, що у вас так само, як і у нас у всіх, бувають моменти, коли от ви починаєте сумніватися, чи достатньо. Вот. Всі, конечно. Що же. Ви робите? Якось почати пробуджувати собі в цю впевненість? Ну, первое, что нужно, это подышать. Ага. Да, вот сесть, я занимаюсь йогой, сесть, подышать. А когда, когда тебя начинает полностью уже так заштыривать, ты так садишься, так и начинаешь вдох, 4 секунды задержки дыхания, выдох, ты дышишь, ты перезагружаешь себя. После того, как ты подышала, какие-то приятные упражнения. Можно включить музыку, потанцевать. Mm-hmm. Это сразу идет движение. Если у тебя нет энергии, идешь на природу. Просто снимаешь обувь, сейчас бегаешь по зеленой траве, все, чувствуешь, перезагружаешься. Максимально, максимально получать от жизни удовольствие. Какая женщина? Женщина должна нести радость. Если женщина не несет радость, она себе неинтересна, и все остальные страдают от нее. Поэтому вот это вот состояние радости, это вот то, что... И женщина должна находить радость везде. Вот в этой чашке. Приятно мне эта чашка, я получаю от нее удовольствие. Круто. Подушка мне немножко мешает, да? Вот я прямо сижу и чувствую. Вот возьмите эту подушку, да? А я хочу... Сделай себе удобно, да? Разумеешь, тебе передали из рук в руки такую подушку. Ты ее тримай, потому что там весь концентрат сексуальности. Все, все. Заговоренная подушка. Тут концентрат сексуальности просто, что мы поряд сидим. Ну, потому что Светлана Вольнова. Ну, це ім'я, яке вже знає кожен. Угу. Хочеться також дізнатися, на твою думку, от у співвідношенні жінки та чоловіка. Що чоловіки, на твою думку, саме повинні або мають робити для того, аби жінка більш відчувала себе сексуальною, вона більш любила себе, була щасливою взагалі? Мені кажется, що произошел такой неприятний момент сейчас с мужчинами и женщинами, когда женщины стали слишком активны. Они не позволяют мужчине проявлять свои мужские качества. Це беда. Так робити не можна. Не можна так робити. Никак нельзя. Так. И женщина иногда настолько уже хочет быть в отношениях. Вот, например, мне иногда девушки спрашивают, слушай, он мне не дарит подарков. Он не умеет за мной красиво ухаживать. А я говорю, а как было начало ваших отношений? Ну что, встретились, стали вместе жить. Я говорю, если он конфетно-букетный период этого не делал, когда он тебя уже получил, мужчина не будет напрягаться. Зачем мужчине напрягаться, когда он и так это умеет?
И вот здесь женщины из-за того, что они хотят этих отношений, они хотят этого мужчину, они не позволяют ему так. Поохотиться за этой женщиной, проявить свое мужское. Потому что сначала мужчина видит женщину, что у него? Он ее хочет. Сначала он просто ее хочет. Считывает, правда же? Так. Хочу, не хочу. Абсолютно. Нравится, не нравится. И вот тут вот женщина должна его чуть-чуть подержать его, понять, что это за мужчина, прежде чем прыгать с ним в постель, да? Поговорить с ним, узнать его, да? И когда мужчина уже начинает, о, она мне интересна. И вот уже секс после того, как они узнают друг друга. И вот это уже идет вторая стадия, это уже все другое уже. Бывают люди, встретились там 3 раза, понимаешь, ну нет, она вообще не по пути. Так. Естественно, я и не хочу с ним встречаться. У нас, оказывается, сначала гормоны взыграли в первую встречу. Зачем первую встречу позволять себе сразу же начинать более близко и тесно общаться с мужчиной? Мне кажется, что женщина должна сохранять такую определенную холодность, да, чтобы он и мужчина смог ее завоевать. Тогда в мужчине просыпается, о, это что-то интересное, и я хочу за ней приударить. Или, если это в нем не просыпается, значит, она не является для него ценным объектом, он переключается на кого-то другого. Все ясно. То есть мы вот стали слишком доступными. Угу. Цікаво. Цікава позиція. Так, да, по-моєму, все просто. Ні, просто, знаєте, ми це начебто споглядаємо, розуміємо, але коли так проговориш, то, в принципі, розумієш, що так, зараз сучасний світ, і кожна дівчина хоче бути бізнес-вумен, бути успішною, бути класною, вона готова тягнути на собі всі ті пакети, потім прибігти, ще ні, нічого мені не потрібно. Ну, а чоловік думає, навіщо тоді? Ну, якби, не хочеш, не треба. Так. Ну і це також може спричинити і конфлікти в сім'ї спочатку, потім чоловік скаже, ну якщо я тобі не потрібен, то десь там буду потрібен, все. Так, тому що в цій сім'ї його там, о, ти... Притискають, так. Ти такий, ти сякий, ти не вмієш це, ти... А в другой семье говорит, боже, какой мужчина, какой молодец, как ты это сделал, да-да-да-да. И он такой, я могу, все, и все делает, да. То есть во всем должно быть. А когда женщина становится мужчиной, начинает соревноваться с мужчиной. Если она соревнуется с мужчиной, она убивает в нем мужское. Поэтому, ну, не научили нас этому. Ну, вот так, мы девочки все сами. Я сама во мне слишком много мужского. Мне бы хотелось иногда быть более женственной. Я даже не знаю, как это делать. Постоянно учусь быть более женственной. Потому что я вот так думаю, ну да, я это быстрее сделаю, чем мужчина. Раз и взяла, и сделала. Ты знаешь? Разумею вас. 100% слушайте, разумею. Да ладно, пускай он себе кандыбатится. Сядем, будем сидеть, не знаю, там, медитацию делать, да? Ногти пить. Пускай он себе делает. Все, ты же, да я знаю, это лучше. Давай. Все, мужчина, ну и нафиг, все, не хочет. Потом другой, да это ты не умеешь. Да, все. И все. А потом мы сидим и говорим, нет, я не хотела такого мужчину. Come on, так это ваши действия. Слухайте, така цікава у вас ця позиція, а мені ще цікаво тоді дізнатися, що от, сексуальність. Слово голосне, ми його наче розуміємо, але що кожен вкладає в сенс цього слова? Чи могли б ви пояснити, що для вас сексуальність? Я би взагалі пішла б, мабуть, спочатку від чувственності. Угу. Потому что чувственность, она предвосхищает сексуальность. Да, вот вы заметили, что до одного человека хочется вот дотронуться, а вот до другого нет. Это тест. Если люди до вас часто дотрагиваются, хотят вас обнять, потрогать, это говорит о том, что вы достаточно сексуальны. То есть вы притягательны. Магнит. Там, Максим, кто-то бы останнім часом хотел вот так вот потискать? Притягательны. Та справа в том, что не хотела, а просто брали и тискали. Тому... Брали и тискали, понимаешь? Мужчины не думают об этом. Если мужчине хочется, он берет и трогает, понимаешь? Это женщина. Потрогать его или не потрогать? Будет, не будет. Что-то. Мужчина, если так. Он хочет, он сразу, раз, все. Он тебя потрогал. Знаешь, мужчина к тебе сразу приблизился. Сразу видно, кто как к тебе относится. Приблизился человек, все. Ты ему отодвинулся от тебя. Ну нет, она что-то не то говорит, мне страшно. Да? Следите, вот это как игра, вот это как удовольствие. А, у нас девушка идет на первое свидание, где-то там с кем-то познакомилась, в Тиндере там, переписывались там, неделю, а она уже идет, и она уже все думает. Все, значит, вот сейчас мы будем встречаться, потом туда, поедем потом сюда, а потом вот это. И вот она себе идет с такими мыслями. Она приходит, смотрит, а чувак просто пришел себе. Ну, посидим хорошо, не посидим нехорошо, все нормально, там еще в Тиндере огромное количество девушек есть. И он видит такую себе надстройку, и он сразу говорит, да ну нафиг, мне это не надо. Как надо ходить правильно на свидание? А ну. О. На свидание нужно ходить не для своего удовольствия.
Для чего? Хорошо, красиво одеться, получить удовольствие от себя. Угу. Когда человек сидит и понимает, что ты от себя получаешь удовольствие, ему хочется быть с тобой, ему интересно. А когда человек зациклен, а сколько ты зарабатываешь? А будешь ли ты мне? И потом мужчине на свидании нужно задать 3 вопроса. Так, секундочку, оглядачки, наші записнички записуємо, унікальна хлопці, інформація. Хлопці, будьте зараз обережні, я прошу вас, чисто по-братськи, я відстоюю нашу позицію тут. Ну, не могу вам сказати, щоб понять, наскільки мужчина тебе хоча б вот так, логічний твой пазл, якщо можна так сказати. Да? Перший вопрос, це має бути, який тип жінки йому подобається. Ну, так, да. Не так, эй, какой тебе тип? Нет, так, да. Слушай, вот там смотрел фильм какой-то, да-да, такая, а тебе какие там актрисы или тип женщин, да-да-да. Он скажет, о, а мне нравится вот Лара Крофт, там, стиль такой, да. И ты понимаешь сразу, да, вот какой, то есть мужчина может, например, ему может нравиться амбициозные женщины, или наоборот, женщина мягкие кошки, или опасные. И по этому типажу ты сразу поймешь, насколько ты в его стиле или не в стиле. Второй очень важный вопрос. Кто вообще будет... А это вопрос о его амбициях. Угу. Если у тебя амбиции, извините меня, выйти замуж за директора банка, а у него амбиции зарабатывать $500 в месяц, то ты будешь очень страдать от этого, потому что тебе хочется из него постоянно сделать банкира, но не получится, потому что ему не нужно быть банкиром, ему так хорошо. Он не хочет напрягаться, у него есть своя история. Зачем? И третий вопрос, сейчас я вот, надо его вспомнить. И третий вопрос тоже очень важный. Кто будет зарабатывать? Должна ли женщина работать, когда она выходит замуж? Ну, это тоже как-то узнать. Мужчина может вообще сказать, да я вообще считаю, что женщина должна мужчину содержать. И что вы будете делать? О, так это же бывает даже. Бывает. Угу. Такое тоже бывает. Так. Свет, хочется, знаешь... Про дівчат ми вже поговорили, так, зрозуміло. Які це ти перетягуєш ковдру на чоловічу сторону. Ну, дивись, у нас зараз є експерт, і у нас є 2 табори, жіночий і чоловічий. От мені тепер хочеться дізнатися, можливо, твою пораду для чоловіків, які 3 питання він повинен задати дівчині, аби зрозуміти, що вона більш-менш підходить. Ви знаєте, от мені навіть тут кажеться, що мужчина... ну, я же говорила, мужчина сначала смотрит. Для мужчины главное желание, хочет он ее или не хочет. И все равно первую встречу он будет ее склонять к тому, чтобы заняться с ней сексом. Он не будет, как женщина, продумывать на своем будущем. Он будет думать, как ее соблазнить. Поэтому тут вопросы, его не будет интересовать особо ее интеллект. Вот. Не, ну, це стереотип уже, мне здається. Вот скажи мне, ну, например, очень красивая девушка и очень интеллектуальная. Что ты ищешь в отношениях? Я понимаю, что вот в отношениях ты ищешь и дружбу, там все 5 моментов, да, ну, но если тебе очень интересна девушка, ты будешь все равно, ты будешь нести куру лестницу. Как понять, насколько влюблен мужчина? Если умный мужик начинает говорить глупости, это говорит о том, что он влюбился, потому что у мужчины просто идет дисбаланс, когда он видит женщину, он понимает, что она ему по всем пазлам так подходит, и он ничего с ней не может как бы. Як зрозуміти, що дівчина закохалася в хлопця? Так. А от треба подумати, чи відкривати цей секрет, чи ні. Ну, дивіться, про чоловіків ми всі секрети відкрили. Давайте трішки тепер про дівчат. Так. Ну, наверное, касание все-таки, да, касание, да, тактильность, да, все-таки девушка, которой понравился мужчина, она даже как-то будет так идти, ой, я подскользнулась, да, как-то на него тогда, вот наши такие женские штучки, да, с мужчиной, который ей понравился, она будет говорить о будущем. Она скажет, о, я вот собираюсь туда-то, она как-то будет закидывать удочку о том, что она хотела бы... Так. Увидеть бы его еще. Ну и когда девушка, конечно же, начнет прихорашиваться, да, там губы там свои, да, волосы, значит, стараться быть более соблазнительной, да. Так. Конечно, самые опытные девушки, самые хитрые, самые умные, приходят в такой одежде, чтобы мужчина их сразу не раздел. В скромном платье, изысканно, с минимум макияжа, да, то есть, чтобы понятно было, что она не очень-то хочет ему понравиться. А очень наивные девушки приходят в коротких юбках, грудь так на выход, типа, хоти меня, люби меня, потом почему ты не посмотрел, какой у меня богатый внутренний мир. Вот. Поэтому тут надо все понимать. И когда вообще, на самом деле, чувство — это очень...
Это очень, ну это же магия, это же божественное. Да. То есть это вот или есть, вот ты можешь переписываться с человеком, он может тебе нравиться, тебе очень могут нравиться его, как он говорит, интеллект, амбиции, внешность. Ты приходишь, ну не ёкает. И ты понимаешь, так, что через... Это. Вот не пошло, вот как вот оно, почему оно не пошло? Все вроде бы то, вот подходящий кандидат, а тебе с ним через 5 минут скучно. Так. Ну, дивіться, ми зрозуміли про цю чуттєвість. Так, ти мені не захоплювався увагу нашої героїні, бо було цікаво розібратися. Одразу перший етап – чуттєвість. А що ще входить до сексуальності? От на вашу думку. Я почула про внутрішній світ. От які ще складні? Сексуальність – це завжди доброта. Доброта. Абсолютно вірно. Я вважаю, що істинної сексуальності не буває без теплоти і м'якості. А агресивна сексуальність, можливо, в деяких іграх, да, коли там наши ролевые какие-то моменты. Но настоящая сексуальность, она обволакивающая, она мягкая. На тембре голоса. Когда, опять же, когда мужчина нравится женщине, она начинает снижать свой голос. Она не начинает отвечать: «Эй, это я, ну-ну!» Ага, это нет. Истерика. Она, да, это истерично. А она говорит: «О, может быть, мы куда-нибудь пойдем?» Ух, все, да? Тембр пошел вниз. Это говорит о том, что у нее есть желание внизу. Она старается его не показывать, но весь тембр, вся ее мягкость, все ее желание нравится, говорит о том, что она хочет с ним общаться дальше. И она может ему сказать: нет, мы сегодня не пойдем. Но в то же время так: мы сегодня не пойдем. Не так: нет, я тебе сказала, мы не пойдем сегодня. Понимаете? Интонация. Слушайте интонацию. Когда с вами заигрывают и когда вас реально откидывают. Все в интонации, все в голосе, во взгляде, в поворотах. Считывайте, наслаждайтесь этой игрой, подыгрывайте. Тобто все ж таки потрібно звертати увагу на невербальне. Абсолютно. Бо воно видає 100% правду. Абсолютно. І ну, представьте себе, якщо чоловік прийшов вот так на свидання, сидить, ну, да? Це все. Можна. Все, можна уходити. Вот так, вот, смотрите, вот я сейчас сижу в закрытой позе. А сейчас я сижу в открытой позе, да? Ну, то есть мне просто неудобно сейчас на диване сидеть не с закрытыми ногами, да? Все, вот ты сейчас закрылся. Вот ты абсолютно закрыт. Мы зашли в тему. Все, вы закрыты. Все. Мы открылись максимально. Так. Максимально открыты. Максимально открыты. Понимаете, в первом свидании и вообще, мне кажется, в отношениях должна присутствовать легкость. У меня когда-то было реалити-шоу «Рандеву», когда мы ходили по улицам, выходила девушка и говорила: я хочу найти себе мужчину. Мы приводили ее в порядок, и она показывала пальцем: хочу вот этого мужчину. Я подходила к мужчину, там ля-ля-фа-фа, там, и типа сватал. Мне нужно было найти три мужчины. И вот главный критерий мужчины был, знаете, какой? Я хочу, чтобы, понятно, что красивая, а я хочу, чтобы она была легкая. Чтобы она была счастливая. Потому что если она начинает его грузить всеми своими проблемами, мужчина думает: о, да, нет, я не хочу, у меня так проблем много. Люди должны, это как вот, такое свидание должно быть, чтобы человек захотел снова встретиться и вот испытать вот это удовольствие хотя бы от общения, да, потом как дальше пойдет. Было бажання у человека пізнати цей внутрішній світ, цю глибину. А глубина, она всегда в поступках. О, так. Понимаешь? Знаешь, глубина в отношениях — это когда они сидят вместе, да, он снимает пиджак, и, да, или когда он видит, что она чем-то расстроена, и он спрашивает: могу ли я тебе чем-то помочь. Хотя понимает, что, скорее всего, может быть, ему даже трудно ей помочь, да, но не может этого не спросить. Он знает, что он мужчина, он вывернется, он ей поможет. Да? Глубина в отношениях, когда ты замечаешь в человеке его таланты, понимаешь, как, о чем он говорит тебе с увлечением, что его на самом деле трогает, когда ты внимателен. Это глубина, понимаешь? По тому, как человек общается, все ясно. За 3 минуты можно все понять, о чем идет разговор. Да спросите, чем человек увлекается, как утром просыпается, что утром ест. Если тебе скажут: утром я ничего не ем, я пью только воду, потом у меня это, потом у меня... Ты понимаешь, что... Это, наверное, как-то тяжело для тебя, если ты немножко по-другому живешь. Или женщина говорит: я ненавижу мужиков, которые едят мясо. Я просто на него не переношу. А ты обожаешь мясо, и ты говоришь: нет, я тоже не ем. И ты думаешь: боже мой, а что же делать? И начинаешь корчить из себя вегана. А потом что? А потом вся правда. А потом вся правда вылезает. Поэтому так. В отношениях нужно быть искренним. Вот какой ты есть, вот такой ты есть. Вот подошел тебе этот пазл? Подошел. Не подошел? В мире много мужчин и женщин. Так.
Не спите только женатыми и замужними. Не надо. Пусть они там себе розбираються. Гарна позиція. Да. Знаєте, на завершення хотіла, щоб ви змогли такі дати поради жінкам, наприклад, які там зараз мама або ще щось. Вони всі заклопотані, всі в проблемах. Чи могли б дати їм таку жіночу пораду, щоб вони себе відпустили і десь от натиснули ту кнопочку, яка вмикає сексуальність? Що це може бути така ось порада? Сексуальність? Это вы по поводу мам или по поводу девушек? Мы говорим про 35+, то все ж таки, от, як увімкнути этим жінкам собі зараз таку кнопочку сексуальности? Я думаю, что это странная вещь, которая мне просто сейчас пришла в голову. Я думаю, что это, конечно же, утро. Женщина, у нее было бы хорошо, если бы у нее был бы красивый шелковый халат, который ей приятно. Должно быть какое-то удовольствие. Оказывается, некоторые люди, а особенно мы, женщины, мы очень любим тактильность. И вот психологи что советуют? Они говорят, вам, ваш, например, мужчина не любит вот эти обнимашки, а ты без этого жить не можешь. Говорит, возьмите себе приятное одеяло, посидите в нем немножко. Да? Женщина должна себя на уровне тела ощущать более сексуальной. Да? Мазать себя прекрасными кремами, надевать на себя красивую одежду, да? Смотреть на себя в зеркало, говорить, я прекрасна. Женщина постоянно должна мотивировать, должна, это ужасное слово для женщины, просто наслаждаться. Ну вот какое-то удовольствие. Пусть у нее будет красивая чашка. Пусть ее утро начинается с красоты. Пусть она просыпается в красивой спальне. Уберите все ненужное со своей спальни. Пусть у вас будет самый красивый халат. Пусть у вас будет красивый вид из окна. Может быть, вот так некрасиво. Ну, на небо точно красиво. Находите везде красоты, потому что женщина питается эмоциями, красотой. Угу. Что, собственно говоря, с мужчины и ценят женщины, когда она красива. Так. А если женщина питается красотой, значить, вона становиться красивою. Чоловіки також цінять, коли жінка може ділитися емоціями. Звісно. Коли у чоловіка і жінки емоційний контакт є. Це дуже важливо. Це так, від мене чисто. Слушайте, супер лайфхак просто. Це правда, да. Просто дуже часто жінки бояться показати свої емоції мужчині і совершають. І дуже часто жінки бояться мужчині розказати о каких-то своїх переживаннях. А это неправильно. Это дуже неправильно. Да, неправильно. И очень часто вот можно спросить, что-то у тебя случилось? Потому что очень многие, извините, последний такой момент, очень многие пары развалились из-за того, что, например, мужчина приходит, и он знает, что вот у него какая-то проблема. И он знает, что он скажет своей жене, вот у меня проблема. Она скажет, а я тебе говорила. Она включает в себе психолога. Я тебе говорила не лезть в этот бизнес. Я тебе говорила, ты помнишь, я тебе это все рассказывала. Ты должен был вот так поступить. Вот так он думает, о, мама, я не хочу это слушать. Он хочет, чтобы его просто пожалели. Да. Так. Он совершил ошибку. Иди ко мне сюда, мой дорогой. Я тебя обниму, я тебя поцелую, все будет хорошо, мы прорвемся. А женщина начинает включать психолога. Вот это я тебе говорила, забудьте. Це настільки зараз важливий інсайт, коли жінка просто розуміє чоловіка, а чоловік у свою чергу розуміє жінку. Просто нам іноді потрібна просто підтримка і сочувствие на самом деле, щоб після дуже складного дня, дуже складного каких-то переговорів, якоїсь роботи ми приходимо, і ми можемо просто кого-то обняти і сказати, знаєш, мені так сьогодні було фігово. Так. А тебе скажуть, да все нормально, щось придумаємо, ладно, не будемо сьогодні об этом думати, да? И просто рассказать друг другу. Вот просто полежать, обняться, сделать вместе красивый ужин, получить удовольствие и все. Класс. Це просто, просто супер. Так, для п'ятниці це те, що найголовніше. Давай так, ми закінчимо інтерв'ю по черзі. Я скажу, дякую, що ти з нами. Спасибо. Я зараз на собі відчув усю твою силу жіночу і те, як ти вмієш людей підкорювати. Благодарю. Я дякую тобі за це. Я теж приєднаюся до Максима, тому що зачарували своїми очами. От я бачу, що ви кожного дня бачите щось прекрасне. І це прекрасно. І радимо нашим глядачам так само бачити все прекрасне. У нас сьогодні в студії була Світлана Вольнова, і ми говорили про сексуальність. Дорогі глядачі, для того, щоб завжди бути з нами, подивитися, що сьогодні пророкували вам зірки, скільки людей зі шоу-бізнесу завітали до нашої класної, яскравої студії, у вас є можливість все це переглянути на нашому YouTube-каналі. Так, і обов'язкова умова, аби вчасно все зрозуміти і побачити, увімкнути дзвіночок. Це важливо.